всех с Новым годом. Приобрел сейчас вот такой вот интересный пульт для видеомагнитофона Panasonic. Здесь у него есть дисплей, все включается. Лазер работает. Лазер, это, кстати, у него есть такие, как сказать, коды, да, на бумаге. И можно считывать и программировать. Но это все долгая история. Когда-нибудь я это все в видео покажу. Вот. А что мы тут имеем? Кнопка включения и выключения. Кнопка выбора счетчика, либо времени. Сброс счетчика. Память. Реплей. Запись. Сразу две кнопки, кстати, записи. Ну, чтобы было видно, вот так вот включается. Пауза, стоп. Потом покадровое воспроизведение, перемотка назад, воспроизведение, перемотка вперед. И замедленное покадровое воспроизведение с плюсом и с минусом. То есть можно добавить скорость, можно убавить. Чтобы сделать ему косметику, надо его разобрать с помощью вот такой вот тонкой карточки. Сейчас его разберем и обслужим. Так, ну вот открыл без повреждений. Все зацепы на месте. Все, вот платка, можно ее мыть и отдельно мыть пластмасску и резинки. Резинки, кстати, очень пыльные. Несмотря на то, что пульт вообще в прекрасном состоянии, резинки пыльные. А вот это все я протру все тем же изопропанолом. Так, ну все, пульт полностью, я его помыл, он чистый здесь, пыли нету. По идее, вот у этих резинок, вот эту вот заднюю сторону тоже можно было бы протереть вот этим специальным спиртом, но смысла в этом нет, потому что пульт идеально работает, я протру только платку. Кстати, вот этот экран можно вообще легко сорвать отсюда с платки. Он держится только вот на этой резинке, вот на этих двух резинках. Все равно немножечко грязь на платке была, поэтому не зря я ее протер.
пульт в порядке.